Сейчас, друзья, поедем с вами в одно интересное место. Присмотрел я его давно, так что, думаю, будет интересно. Что там? А там я когда-то копать ездил, и деревья там есть. Ну как, небольшие деревья, знаете, как будто поросль. А ее пилить можно, за это даже по голове не дадут лесники. То есть там клен и все такое, как бы заросли. Некоторые говорят, клен не дерево. Дерево не дерево, а попу зимой греет. И заодно и поговорим. Ну что, друзья, приехали. Видите, какие здесь кусты? Джунгли, просто джунгли. Может быть, здесь кабаны водятся? Или я тут один такой? Чего хотел сказать? Я забабахал, как вы и говорили, себе второй канал. Туда буду грузить разные видео про поговорить, просто о своей обычной, простой сельской жизни. И я, бывает, хожу по разным интересным местам. Ну, клад там не нахожу, но места очень красивые. Вот я решил, чтобы не грузить на основной канал, буду грузить туда. Потому что на основном у нас там клады, находки, монеты, танки, золото. А просто вот так вот по-человечески поговорить хочется почаще. А туда грузишь, некоторые люди не понимают. Так что будем грузить на второй. Ссылочку на него я оставлю под видео. И также оставлю иконку такую вот кругленькую, вот это клац-клац-клац. И подпишитесь, если, конечно, есть желание. Так что посмотрим, сколько у меня реально моих подписчиков. Да, хотел сказать спасибо за перчатки. Прислал мне человек перчатки вот такие. Сейчас испытаем. Имя говорить не буду, потому что не знаю, можно или нет. Бывает такое, пришлет человек носки. Говорит, Димон, вот тебе носки, у меня две пары. Подарила теща. Я боюсь одевать, ты одень. Если все нормально, напишешь, я буду ходить. У нас, наверное, уже конец сезона. Потому что придают снег. Но пока вот так вот. Плюс один. Не знаю, видно пару сорта или нет. Так что, я думаю, конец. А может быть и нет. У нас было в прошлом году, сразу выпал снег. А потом в середине декабря все растало, подсохло. И мы еще с Андрюхой ходили. Ну, те видео еще не вышли на основном канале. На этом. Будут. Все будет, 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 будет. Да, я снял ролик, как вам и обещал. Как курицу жарил. Будет еще один. Снял про поржать. Мне смешно. А вам не знаю. Будет, все будет. Ну а пока будем пилить, пилить, пилить. Так что, кто хочет, подписывайтесь на второй канал. Ссылочка под видео. Посмотрим у нас, сколько настоящих не мародеров. Да, еще хотел спросить. Хотите, покажу, чего осталось после колхоза? Ну да, помните, когда-то был СССР, да? И в деревнях, в селах были колхозы. Вот я могу показать, что осталось у нас, у людей. То есть, как все раз просто в хлам. Или нет? Вот вам это интересно? Был большой, вот лично у нас колхоз миллионник, представьте, миллионник. А сейчас осталось, ну вот если вам интересно, говорите, забабахаю ролик и загрузим на вот этот вот второй канал. Посмотрите, как было и как стало. Все, мы это сделали. Мы круче всех. Смотрите, чего заметил. Ха, на орехе, там где дрова сложил, вешенки растут. О, хозяин. Вот так-то. Да, завтра мое новое видео про коп.